У нас настоящая зима. Смотрите, сколько тут снега. Рова, выходи. Выходи, твой любимый снег. Боишься? А вот это что на перилах, это вот за ночь намело. Снег идет, красиво, конечно, но холодно. Сегодня даже школы на 2 часа позже, но вообще я даже решила не вести Никитку, потому что смысла уже нету. 2 часа позже, и потом, наверное, уже сейчас все дороги завалены. Хотя, может быть, они почистили сегодня, посмотрим. Так, снег продолжает идти. Мы дома, я все так же со спиной, но уже мучаюсь, но уже получше. Еще нужно лекарство поехать забрать. У меня вот на завтрак сейчас будет творог. Алоэ уже выпила где-то еще час назад. Это творог, который я сама делаю. У меня есть закваска. И вот вчера приготовила свежий творог. Сметана из русского магазина канадская. Вообще прям вот наша сметана, наш вкус. Так, эти амариллисы стоят, тут уже отцвели. Вот эти нужно обрезать. И вот видите, здесь еще будет один стебель цвести. Здесь тоже, наверное, да? А, здесь уже 2 отцвели. Слушайте, вот, наверное, последний цветок. Но обрежу, потом посмотрим. Он может даже 3-й раз вырасти. Обрезать и убрать пока. Так, вот все, что осталось от фруктов. Единственное, киви. Не покупали уже вот неделю ничего. Поедем сейчас в аптеку. И нужно тоже в магазин заехать, хоть пополнить свою эту фруктовую и овощную корзину. Куда ты бежишь? Чистильщик пришел. Елочка наша стоит вся засыпанная. Короче, снега тут уже, наверное, метр скопилось. Но это вот к нам пришел вот этот холодный циклон. Много осадков в этом году. Вот у нас здесь есть ледовый каток. Сколько живем, 7 лет ни разу там не были. Тут хоть немножко почищено, а здесь вот такие вот ездят, чистят дороги за деньги. У нас, короче, как в Сибири. Завалило. Вон, даже в клинике машин почти нет. Несколько машин стоят. Смотрите, как парковочку почистили. Так, это вот моя клиника. Кайзер. Так, заехали в Trader Joe's. Вот прилавки полупустые. Смотрите, тут вообще вот где эти ягоды, вообще пусто. Хотела ягод накупить. Вообще пипец какой-то. Как вот это все достало уже? Как приедешь, и ни продуктов нету, ничего нету. Что надо? Апельсинчиков хоть возьму. Вот 99 центов. Одна штука. Такие интересные. Смотрите, какие-то длинненькие. Ой, вот эти мандарины вообще такие невкусные. Вот эти маленькие. И кожура прям прилипшая к этим, к долькам. Вот эти, возможно, могут быть вкусные. Да, вот с таким вот носиком. Вот видите, у них такой носик отдельно торчит. Так. Вот эти могут быть вкусными, но не факт. Вон уже гнилые валяются. Не знаю, попробую вот эту вот пачку возьмем. Так хочется мандаринчиков. Обычно я в русском магазине брала. Ну, до русского сейчас не доехать, да и там, наверное, их уже нет. Так, а это что? Вот эти? Это ты брал, я вроде не помню. А вот эти были вот оранж, это разрезаешь, и там внутри они такие красные, вот, кровавые. Ну, вообще, мне не понравились, я их покупала как-то. Помнишь вот эти кровавые? Такая ерунда, не знаю. Так, что тут, яблоки, мандарины, пару лимончиков, 3 бананчика. Витя вот хочет спайс манго. Если я трогаю... Не, они слишком, я помню это... Они у нас были, я их очень долго ела. Так, а это что? Это вот ананас сушеный. Тоже, что ли? Да, тоже это с перцем.
Не, с перцем не хочется. Может быть, эти финики? О, финики. Вот эти тоже ничего. Но вообще на вес очень вкусные. Винка вот фуд на вес финики. Что у них тут еще есть? Вот манго. Так, вот это манго. Вот, вот это именно органик. Вот видите, оно как выглядит, сушеное. А вот это уже как-то salt juice, оно там обработанное. А это просто манго порезали, высушили. И они намного вкуснее. Вот эту пачку возьму. Что это за оливки какие-то? А, я тоже вроде вот что-то такое брала когда-то. Такая ерунда. Бульон вот здесь продается. Людей так мало, так вообще. Обычно Trader Joe's всегда полон людей. Так, Никитке надо эти Chicken Nuggets взять. Так, можно ему вот эти вот он любит, да, маленькую вот эту пиццу можно взять, чтобы были. И Кейден тоже не прочь. Так, вот корндог тоже дети любят. Так, что еще взять? А, еще надо вот эту икру в банке. Что-то Chicken Nuggets я не вижу. Так, ну здесь всякие сладости, макаронс, мороженое. Что-то ничего не хочется. Всего уже наелись. Так, какие-то конфеты Никитки, что ли, взять. О, это эти, ликер. Слушайте, черешня в ликере не хочешь? Угу. То все это, тут носились в группах на Facebook эти финики. Да, возьмем, попробуем. А цена 6,99. Я думала, так много конфет на Новый год. Уже там Никита все почти съел. Надо еще ему что-то взять. Он у нас так конфеты любит вообще. Вот эти маршмеллоу тоже так неплохие, вкусные. Маршмеллоу, сверху шоколад. Нежнейшие такие. Такие. Что-то у меня все такие. Надо уже отучаться от этого слова, да? А, ну вот такие вот я нашла. Такие Orange Chicken. Так, а тут еще где-то должен был быть мой суп. Вкусный такой суп с кимчи, тофу. А, вот он. Вот этот классный. Как я его полюбила. Он такой спайси. И вот это тоже, вот этот фа. Бифа. Ну, у меня вроде есть или нету. Две возьму. Вот эти я вообще обожаю супы. Такие вкусные. Вот они веганские. Всего 220 калорий в одной. Это они замороженные продаются. И вот что я хочу. Это баклажановая икра. Очень вкусная вообще. Даже, мне кажется, вкуснее, чем в русском магазине. Там, где она сделана. Болгария. Из Болгарии. Что-то болгарская икра, оказывается. Через столько лет выяснили. Что ты хочешь? Это? Ну, Никитки, да? Не, он Никита тоже уже, что вот привык, то и будет кушать. Что-то новое он уже... Опс. Так, вот здесь у нас манука продается, мед с Новой Зеландии. $14 такая вот баночка. 10+, вообще классный мед такой, особенно когда болеешь. Ну и вот именно когда болеешь, он и нужен. Ну, тут есть всякие подешевле, это органический, такой вот. Я вот этот люблю, манука. Вот кленовый сироп есть. Он тоже не дешевый, смотрите, $8, $5. Так, а молочка, что тоже, смотрите, тут полупустые. Ну, это вообще, я говорю, это для нас не свойственно, для американцев. Так, ну вот это масло вот появилось. Одно время не было, я вот это люблю, соленое. Как-то брала не соленое, что-то мне не понравилось, соленое вкуснее. И возьму сметану. Вообще, я в русском беру вкусное, но здесь тоже неплохая. Просто там с творогом мне нужна сметана. До русского не знаю, когда доедем. А, так, и вот это вот шоколадное молоко тоже. А, Никита любит. Такую, что ли, ему взять? Попробовать. Обычно вот это беру. Вот это.
А это какие-то вроде новые появились. Упаковки. Так, что еще? Яйца есть. Так, вот что тут нет? Ну, вот нету некоторых видов молока, некоторых видов яиц. Все растащили на Рождество. Еще, наверное, не завезли. Так, вот здесь спиртное. Так, сырок вот это тоже можно Никитке взять. Так, ну, такая вот у меня продуктовая корзина. Так, что еще взять? Может, сыр какой-нибудь? Не знаю, какой сыр. Хочется вот что-то вкусное, уже всего наелось. Вот этот мы очень любим, козий сыр. Это вот с блюбери, но что-то тоже уже вроде наелись. Так, не знаю, брать, не брать. Что-то хочется вкусного. Сейчас надо подумать. А то, видите, глаза разбежались. Так, еще, наверное, вот этот йогурт возьму. Давно не брала, что-то одно время тоже прям их брали, наелись. Так, это что у нас тут? Персик, персик и манго. Там есть еще банан, клубника, потом есть вот это блюбери, ванила. Но вот эти вроде я хочу. Ну, Никита тоже будет. Может, Кейден приедет. Так, еще хочу какой-то вот апельсиновый этот джюс. Вот этот что ли взять? Так, это... А, это танжерин. А это вот оранж. А я хочу... Я хочу оранж. Так, молоко тут разное. Вон, какое хотите. И алмонд, и соевое, и кокосовое. И хемп. Это этот... Ой, господи, забыла как-то. Ну, вы поняли. Так. И вот это овсяное, да, оут. Это же овес, овсяное молоко. Ой, у меня, кстати, стоит в холодильнике уже, не знаю, 3 недели. Я его еще даже не открывала. Вот это блюбери, лаванда и ореховая. Короче, все вместе до кучи там молоко. Так. Вот, чуть не забыла, хорошо на витрине увидела, как раз витамин С мне нужен, а то уже что-то чувствую и нос, и горло. Вот эти спреи мне нравятся, классные, санитайзер, очень такие, там 70% руки обрабатывать в магазине. Ой, в магазине, говорю, после магазина. Так, жвачки, но у меня вроде есть, или взять, вот такую возьму еще. Так, ну вот, вот этот набор продуктов $100 вышел. Ну, продукты конкретно сейчас подорожали. Раньше примерно вот так за 2 пакета, что я набирала вот это, ну, может быть, долларов, наверное, там, я не знаю, 70 выходило, 80. 70, да. А что-то возле магазинов вообще они еще не успели, наверное, это расчистить. Может, утром чистили. Возле клиники так хорошо, чисто. А здесь вот видите, ой, горы наши. Сибирские горы снега. А я думаю, мы же на одной этой широте или как там, долготе находимся с этим, с Сибирью. Или нет? Нет, что ли? Да я географию это плохо знаю. Не, а что у нас погода такая, как в Сибири? Так, добро пожаловать на мистер Карваш. Я тут как раз помыла машинку, она у меня чистая, стоит в гараже и заболела. Тут вообще нету, да, людей? Вообще сегодня так мало людей, потому что такой был снегопад. Но сейчас хоть снег перестал идти. А что, он идет прям это? Хочешь, чтобы его задавить? Не поймешь, что ли пацан, то ли девчонка. Нам как нравится здесь. Красота, ляпота, разные цветов, освещение. И сразу этот запах, да, идет? Моющего.
горы. Показать у соседей, вот елка валяется, они же сразу после 25-го на следующий день американцы, ну многие выкидывают елки, вот уже сколько, 2 недели получается лежит, еще их не забирали. У тех тоже лежала, но ее, наверное, снегом засыпало. А, вон у той тоже, вон там тоже засыпанная, прям на дороге валяется. Не знаю, кто их, какая-то, видимо, служба потом ездит, забирает эти елки. Вот видите, под снегом, вот она, где-где. Где вообще мой палец? Вот она. Бежит, бежит, Рова. Видишь, сколько мы снега занесли. Рова. Он не может ко мне, хочет прорваться. Ему не дают сумки и ноги. Вырвался, вырвался, вырвался. Пустите домой, пустите. Холодно, голодно. Че, все, что ли, нагулялся? Ух. Ага, и побежал. А, дождь идет, да? Да, идет дождь. Ледяной. С этой стороны, смотрите, как у нас красиво. Ух. Да, иди с этой стороны. Давай, давай, снег. Рова, прыгай в снег. Носом, носом раз ткнул. Че, снег ешь? Молодец, вкусно. Ух!